Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем цикл лекций по медицинской психологии. Тема сегодняшнего нашего доклада посвящена психологии индивидуальных различий. Возрастной кризис – это нормальное состояние для каждого растущего человека. Кризис возникает на стыке двух возрастов и свидетельствует о завершении одного этапа развития и начале следующего. В такие периоды появляются новые потребности, меняются поведенческие изменения ребенка. Мы в жизни привыкли говорить о кризисных моментах, то есть мы говорим о каком-либо переходном периоде. Всего выделяют следующие кризисные состояния. Первое – это кризис новорожденности, то есть младенческий возраст от одного где-то дня жизни до одного года. Кризис одного года или раннее детство от года до трех лет. Кризис трех лет – это дошкольный возраст от трех до семи лет. Кризис семи лет или школьный возраст от восьми до двенадцати лет. Кризис двенадцати лет – мы его называем пубертатный период – от 14 до 18 лет, кризис 19 лет, кризис 40 лет, то есть это называется кризис среднего возраста от 40 до 45 лет, и кризис 60 лет – это старческий возраст, 65 и выше. Кризис новорожденности. Причина – это катастрофические изменения условий жизни, появление индивидуальной физической жизни, помноженное на беспомощность ребенка. То есть мы привыкли говорить, что в 45 дней ребенок может еще оставаться сам собой. Но уже в 40 дней ребенок начинает иметь свои индивидуальные особенности. Он уже улыбается, реагирует на окружающее. В это время мы можем говорить о таких изменениях, как тактильное. То есть ребенок реагирует на прикосновение. Температурно ребенок начинает реагировать на жару или холод. Зрительно ребенок реагирует на родителей, на яркие предметы, следит за ними. Слуховая ребенок может отличить голос близких. И вкусовая ребенок может отказываться от каких-либо неприятных ему вкусовых качеств. Кризис младенчества от двух месяцев до одного года. Появляется социальная симуляция развития, ситуация эмоционального единства ребенка и взрослого. То есть ребенок уже начинает узнавать своих близких и старается быть ближе к матери. Ведущая деятельность – это эмоциональное общение. То есть ребенок может отвечать на ваши улыбки, на ваше какое-то приветствие. Психологические новообразования, потребность в общении, появляются какие-либо автономные гугуканье, появляются какие-то членораздельные слоги, появляется предметное восприятие, различает он близких, тянет ручки к родителям, к бабушке. И самое главное, что у него появляется доверие, то есть он, протягивая ручки, объясняет миру, что я вам доверяю. Кризис новорожденности от двух месяцев. Это индивидуальная психическая жизнь ребенка. Появляется комплекс оживления и возникновение привязанностей. Комплекс оживления – это особая эмоционально-двигательная реакция, обращенная к взрослому. То есть ребенок начинает улыбаться или капризничать, показывая свое оживление. Комплекс оживления включает 4 компонента. Первое – это вокализация, то есть он издает звуки. Улыбка, замирание и зрительное сосредоточение и двигательное оживление, то есть при появлении близких людей или, предположим, то, что ему нравится, у него появляется двигательное оживление. Кризис одного года. Причина – это увеличение возможностей ребенка, появляется все большее количество новых потребностей. То есть ребенок начинает интересоваться игрушками, он начинает ходить, он начинает все вокруг переворачивать.
Характеристика – всплеск самостоятельности, то есть ребенок все хочет делать самостоятельно, а также появление аффективных реакций. У него появляется интерес, он может пересекать границы комнат, он может пересекать дозволенное, причем у него может в это время появиться нарушение биоритма. Он может ночью не спать, а днем, наоборот, появляется сонливость. Самые основные кризисные моменты одного года – это появление прямохождения. То есть ребенок уже в это время стремится ходить. То есть ползание до 8-9-10 месяцев, потом ребенок уже стремится хоть с поддержкой, но ходить. Появляется автономная речь, он может уже изъясниться. И появляется какая-то воля. То есть ребенок уже в это время конкретно знает, что он хочет и требует этого. И все это сопровождается какими-либо аффективными проявлениями. Общая форма общения – это ситуационно-деловое общение. То есть это практическое деловое сотрудничество по поводу действий с предметами, составляет основу взаимодействия ребенка со взрослыми вплоть до 3 лет. То есть в это время уже конкретно ребенок требует какие-то определенные действия и идет на сотрудничество. Социальная ситуация развития, характерна для раннего возраста, может быть обозначена следующими формулами. Ребенок, предмет, или же предмет, ребенок. Дальше, ребенок может через предмет общаться с взрослыми. То есть в это время ребенок, уже интересуясь предметами, привлекает к вниманию и взрослого. То есть у них происходит общение не только просто улыбкой, какими-то эмоциями, но уже через какие-то предметные действия, то есть ситуационное деловое общение. Новообразование к концу кризиса. Появляется конкретная автономная речь, эмоционально-аффективная, многозначная. Ощущение себя как отдельного от взрослого индивидуума. То есть ребенок уже может сам брать игрушки и отдельно играться. Произвольность движения, жестов, управляемость. То есть ребенок, конкретно зная, что он хочет, он производит соответствующие произвольные движения. Также он может произвести жесты, которые также могут отвечать на его эмоциональные реакции. Кризис 3 лет. Причина. Жизнь ребенка проходит в условиях опосредованной, а не прямой связи с миром. То есть ребенок не может общаться сам с окружающим миром, он общается с взрослыми, но он общается уже через какие-то определенные деловые ситуационные моменты. Взрослый, как носитель социальных и личностных отношений, помогает ребенку в этом общении. Но в 3-летнем возрасте появляются и отрицательные проявления, кризис. То есть характеристика этого кризиса в 3 лет характеризуется тем, что у ребенка появляется негативизм, то есть отрицание. На любые какие-то действия, которые вы хотите ему дать, он может отрицать. То есть, когда вы даете ему на покушай, он может отворачиваться и говорить, что он не хочет. Своеволие, он становится своенравным. Он начинает быть упрямым, а несмотря на то, что это ему нужно, он может показывать свой характер. Он протестует, он бунтует, может закатывать истерики. С детьми у него проявляется деспотизм, то есть он начинает отбирать свои игрушки, появляется строптивость, он не всякий раз слушается родителей. Причем этот негативизм и протест у него характеризуется не потому, что он сам не хочет, а просто это потому, что ему предложили взрослые. Упрямство. Ребенок также настаивает не потому, что ему это сильно хочется, а потому, что это он уже потребовал. Строптивость. Недовольство ребенка направлено на внешний мир. Он настаивает на собственном желании. Ребенок настаивает на самостоятельности, хочет все делать сам. Постоянно протестует поведение ребенка, появляется конфликт с окружающими. Ребенок начинает неуважительно относиться к игрушкам, он их ломает, он может побить родителей, может
агрессивно относиться к младшим. Причем, если в семье есть ребенок помладше, появляется, то у детей появляется ревность, и они постоянно требуют внимания к себе. Также относятся и ночные страхи, беспокойный сон, резкое затруднение в речи, заикание, крайнее обострение негативизма, упрямство. Также могут быть гипобулические припадки, то есть тогда, когда ребенок может требовать ту еду, которая ему не показана. Причем кризис 3 лет очень меняет поведение ребенка. Появляются истерические реакции. Идя в магазин, ребенок может постоянно требовать что-то купить, причем не реагируя на уговоры или на просьбы. Для него слово «нельзя» или «нет возможности» не существует. Может убегать и прятаться. Поведение бывает негативное. Ребенку все не нравится, он не хочет подчиняться, может самостоятельно, хотя и не может самостоятельно одеться или поесть, он начинает требовать ложку, начинает сам требует одеваться. Но даже тогда, когда не получается, он не соглашается со взрослыми, протест заканчивается истерикой. Что можно посоветовать в кризисе 3 лет? Ребенка надо приучать, что у него должно быть личное пространство, то есть комната, его собственные игрушки. Постоянно идти с ним на компромисс. То есть, если, предположим, вы просите его что-то делать, вы можете на компромисс сдать ему любимую игрушку. Обязательно должен быть четкая система запретов. Конкретно ребенок должен знать, что есть слово «нет», есть слово «нельзя». И он точно должен знать, какие вещи делать нельзя. В этом возрасте уже должен быть определенный распорядок дня. То есть он должен уже ложиться в одно определенное время, вставать в определенное время. То есть обедать, завтракать, обедать и ужинать у него тоже должно быть определенное время. Для того, чтобы выйти из этого кризиса, ребенка должны дать ребенку какую-либо работу, чтобы он был самостоятельным. То есть пусть это будет игра, у него должны быть свои игрушки, особенно те, которые ему интересны. Он будет требовать свою независимость и пробовать разные роли. В это время очень подходит игра в дочки-матери. То есть тогда, когда вы переносите ситуацию с жизнью на игру, и ребенок с периодичностью должен быть то ли сыном, то ли мамой, то ли папой. И в это время надо обязательно... чтобы он был, у него было какое-то свое место, пространство, где он занимался своими занятиями. Кризис 6-7 лет – это время, когда ребенок идет в школу. Тут уже появляется кривляние, манерность, непослушание. Дети в это время уже появляется потеря непосредственности между желанием действовать, склинивается переживание того, что какое значение это будет иметь для самого ребенка. Манерничание. Ребенок что-то из себя строит, что-то уже скрывает, уже душа закрыта. То есть ребенок не всегда, как раньше, будет открыто подходить и идти на открытый контакт. Симптом горькой конфеты. Ребенок замыкается и становится неуправляемым. Он может обидеться и долгое время даже не общаться. Также появляется оспаривание со стороны ребенка необходимость выполнять родительскую просьбу или отсрочивание ее выполнения. Непослушание как образ от выполнения привычных дел и обязанностей. Начинает ребенок хитрить. Демонстративная взрослость иногда вплоть до карикатуры, обостренное внимание к своему внешнему облику и к одежде. Самый главный его принцип – не выглядеть маленьким. Вы, наверное, помните, как в детстве мы каждый хотел одеть мамину одежду или папину одежду, демонстрируя свою взрослость. Позитивные проявления. Интересуется новыми темами. Самостоятельно в занятиях, хобби или выполнении отдельных обязанностей, взятых на себя по собственному решению. Ребенок в это время уже становится рассудительным. То есть можно в это время с ним уже
идти на деловой контакт и пробовать с ним договориться. Главное психическое новообразование, которым приводит кризис 6-7 лет, это способность и потребность в социальном функционировании. Ребенок стремится получать определенную социальную позицию школьника. Самое главное для родителей в этот переходный момент, чтобы была легкая адаптация к школе. И родители здесь должны быть главным помощником. Не торопитесь с походом в школу, если замечать, что у ребенка игровой интерес значительно преобладает на познавательном. Дело в том, что он старается как можно больше, как можно раньше отдать школу. Выстроите режим ребенка таким образом, чтобы оставаться в каком-то определенных правилах времени. То есть, чтобы у него был режим, где было место отдыху, играм и прогулкам. Важно помогать ребенку освоить новый для него уровень самостоятельности, предоставляя ему больше свободы. Помните, что оценки в адрес ребенка создают его представление о себе, влияют на его самооценку. То есть поэтому, когда он в школе, у него даже что-то не получается, мы должны уметь его вовремя и правильно хвалить. Еще до того, как ребенок пойдет в школу, осознайте, что успехи и неудачи ребенка в процессе учебы не есть показатель его успешности в будущем, чтобы мы не могли его закомплексовать в этом возрасте. Кризис подросткового возраста. Он считается самым ответственным и самым тяжелым в возрасте подростка. Это кризис 13-15 лет. Его часто направляет на освоение пространства и предметного действия, а именно на социального пространства, пространства человеческих взаимоотношений. То есть дети в этом возрасте требуют выхода в большой мир, то есть приходит к самооценке того, тех ценностей, которые у него были до этого в семье и в малом коллективе. Происходит отнесение себя в обществе, то есть ребенок требует выхода из семьи. В это время необходима потребность самоутверждения. Во имя признания подросток готов на многое. Значительную роль играет общественная оценка. Подросток более болезненнее переживает неодобрение коллектива, чем неодобрение учителя. То есть тут большое значение имеют те группировки, в которые может попасть ребенок, и ту зависимость от детского коллектива, где ребенок будет стараться самоутвердиться. И самооценка в это время носит относительно устойчивый характер, который очень трудно бывает поменять. Кризис 13 лет. Уже появляется половое влечение. Повышенная возбудимость. Импульсивность, которая может снижаться снижением продуктивности. Изменение я-концепции. То есть ребенок считает, что он уже взрослый, и старший ему не указ. В это время появляется негативное отношение как к родителям, так и к его учебе. Попытки понять самого себя и свои возможности. В это время ребенок начинает пробовать себя в каких-либо делах. То есть он уже может конкретизироваться в своих потребностях, что он хочет. Кружки по математике, по физике, по физкультуре. И самосознательно он уже идет на выбор этих дел. Подростковый комплекс. Появление подросткового комплекса – это чувствительность к оценке посторонних своей внешности. Причем именно в это время, в переходный период, появляются изменения кожные, и ребенок начинает комплексовать. Крайняя самонадеянность и безапелляционное суждение в отношении окружающих. Ребенок может грубо относиться и высказываться бесцеремонно в адрес старших. Внимательность порой уживается с поразительной черствостью, болезненной застенчивостью, с развязностью, то есть противоречивость конкретизирует этот возраст. Эмоциональная неустойчивость и резкие колебания настроения, причем неадекватные, то есть не связанные с чем-либо. И мальчики бывают более эмоциональны в возрасте от 11 до 13 лет, а девочки от 13 до 15 лет, тогда, когда как раз происходит гормональная перестройка. Умение детей произвольно регулировать свое поведение, и они могут в это время управлять этим.
чувство взрослости. Именно в это время дети уже считают себя взрослыми, и они не всегда идут на контакт с родителями. Юношеский кризис, 18-22 года. Причина – стремление занять более самостоятельно, более взрослую позицию в жизни при отсутствии такой возможности. Дети стараются не учиться, они идут и стараются сами заработать деньги. И несмотря на то, что у них не всегда это получается, но они этого требуют. Тут появляются уже личностные отношения. То есть появляется свое мировоззрение. Фокус всех мировоззренческих проблем становится проблемой смысла жизни. Именно в этом возрасте у ребенка появляются такие вопросы: для чего я живу, каким быть, кем быть, как жить. Именно в этот момент должны появиться родительская помощь, которая должна обязательно помочь ему в таких новообразованиях, как самостоятельность, социальную зрелость, социально-профессиональная компетентность, обобщенный способ познавательной и профессиональной деятельности. То есть тут ребенок должен уже самостоятельно сам конкретизировать, что и какую профессию он должен выбрать. Также социальную зрелость. А в этом возрасте уже многие девочки, ну и зачастую и мальчики, уже начинают половую жизнь и требуют каких-то семейных отношений. Кризис среднего возраста. Кризис среднего возраста от 40 до 45 лет. Едва ли не самая распространенная психологическая проблема, с которой сталкиваются современные люди. Они пишут, это все обсуждают, им оправдывают свои поступки. Почти всегда он ассоциируется с каким-то либо крахом, серьезными жизненными переменами, распадом семьи. То есть в это время человек начинает переоценивать все свои ценности. Есть такая пословица: седина в бороду, бес в ребро. Резкая смена профессии или затяжная депрессия. Словом, ничего хорошего этот кризис не предвещает, и многие ждут его заранее с внутренним опасением, что же он с собой принесет. С чем это связано? Кризис 40 лет – это период критической самооценки. В это время человек начинает анализировать свой образ жизни, решает свои проблемы морали. Человек чувствует некую неудовлетворенность брачными отношениями, неспокойство о покидающих дом детях и недовольство уровнем служебного роста. То есть человек в это время уже чего-то достигает, но он иногда понимает, что ту планку, которую он ставил, он еще не достиг. Особенно происходит расхождение между жизненными планами и их реализацией. У некоторых людей в зрелом возрасте бывает кризис, приуроченный не к границе двух стабильных периодов жизни, а возникающий внутри данного своего периода. Это является повторением кризиса 13 лет, то есть когда происходит переходный период. Не зря в народе говорят именно возраст 13 лет, переходный период, и от 40 до 45 лет это тоже переходный период. Кризис 40 лет также связан со страхом старения, особенно для женщин, тогда, когда может начаться уже менопауза. И когда человек понимает и осознает, что он достиг меньше того, что он хотел, он является недолгим пиковым периодом, за который следует постепенно уменьшение физической силы и остроты ума. Человек понимает, что уже моложе он не будет. Человеку в это время присуща преувеличенная озабоченность собственным существованием и отношением к окружающим. Физические признаки старения появляются все более очевиднее, особенно у женщин, и переживаются как утрата красоты, привлекательности, физических сил и сексуальной энергии. Именно в случае возникновения кризиса 40 лет человеку приходится перестраивать свой жизненный замысел, вырабатывать новую «я-концепцию». С этим кризисом могут быть связаны серьезные перемены в жизни, вплоть до смены профессии и создания новой семьи. Кризис среднего возраста, 40-45 лет. Основные признаки кризисного состояния – ощущение тупика в жизни, отсутствие перспективы, обесценивание своих достижений и игнорирование похвалы или положительных отзывов о себе других людей, потеря жизненных ориентиров и целей, утрата интереса к тому, что раньше человек считал важным.
апатия, отсутствие желания и стремления, резкая смена круга общения, жалость к себе и жалобы на окружающих. То есть в это время кризиса мужчина и женщина стараются складывать какие-то новые отношения в жизни, и поэтому чаще смотрят критически как на себя, так и на окружающих. Тут уже появляется кризис середины лет, поскольку нашел адекватное решение больших своих жизненных проблем. Человек справляется с проблемами, делая вид, что все происходящее его удовлетворяет или находится под его контролем. На самом деле чувствует, что потерял направление жизни и зашел в тупик. Человек находится в замешательстве и не в состоянии решать проблемы, выполнять предъявленные ему требования. Для них является один только временный фактор начала перехода к четвертому пути жизни. Человек несчастен или отвергается другими большую часть своей жизни и проявляются признаки кризиса, с которым он не может справиться. И кризис старшего возраста – это 60-65 лет. Снижение своего социального статуса, потеря сохраняющегося десятилетиями жизненного ритма иногда приводит к резкому ухудшению общего физического и психического состояния. Это время тогда, когда люди обычно выходят на пенсию. Этот пенсионный кризис – одно из самых значительных изменений статуса, происходящих в поздней взрослости. А восприятие нового статуса зависит от физического здоровья, экономического положения, отношений окружающих, потребности удовлетворения, получаемой работой и, самое главное, отношением к нему в семье. Симптомы кризиса – нарушение привычного режима и уклада жизни, нередко сочетающимся с острым ощущением противоречия между сохраняющейся трудоспособностью, возможностью принести пользу и их невостребованностью. Ухудшение материального положения в связи с тем, что они выходят на пенсию, более удлиненный образ жизни, ускорение биологического старения и ухудшение состояния здоровья. Многие люди считают, что это период доживания. Появляется полная потеря психологического будущего, жизненных перспектив. Они могут говорить о резком сокращении, но не полной утрате психологического будущего. Нахождение человеком нового занятия, позволяющего удовлетворить определенные потребности, в которых должны помочь им детям. Им необходимо, чтобы они сохранили основное содержание жизни, фактическое продолжение периода зрелости, а не присущим людям, когда главной стороной жизни является семья или какое-либо увлечение не связано с профессией. Поэтому в данном критическом возрасте большое значение имеет именно специальность. Если профессия у человека творческая, то он практически продолжает свои занятия своей профессии. Если же он не занимался творческой работой и понимает, что ему нужно выйти с трудовой деятельности, то необходимо, чтобы он нашел себя в семье. Это время, когда люди оглядываются назад и пересматривают все свои жизненные решения, вспоминают о своих достижениях и неудачах. То есть это период тогда, когда они начинают возвращаться и вспоминать всю свою жизнь. Умиротворение проистекает из способности человека оглядеть свою прошлую жизнь. То есть он переоценивает брак, детей, карьеру, социальные отношения, но твердо и смиренно может сказать: «Я доволен». Неотвратимость смерти больше не страшит, поскольку такие люди видят продолжение себя в потомках, то есть особенно тогда, когда он окружен в семье какой-то опекой или находится в семье, где к нему относятся уважительно. Или же у него появляется удовлетворенность.